Дед ложится спать, а в стакан с водой ложит глаз стеклянный. Ночью выпивает, на утро просыпается, идет к врачу и говорит: «Доктор, у меня забор!» Доктор смотрит и говорит: «Ёб твою мать! 30 лет работаю, на задницу смотрю, но чтоб задница на меня, это впервые!» Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!